Итак, мои дорогие друзья, встречаем Дубляснова здесь. Сегодня мы сразимся за Терренского Фарденыша против нас, Василий Ломаченко. Я думаю, он сейчас будет махать просто во все тяжкие. Я уже встречал недавно как-то одного Василия. Ну, ребят, это просто караул. Тут махает все. Просто усиленно махает. Победа нужна каждому. Ну, посмотрим. Может, я зря на него наговариваю. Пока что я вижу. Угу. Хорош, молодец. Хорош. These two have been going at it on social media, and now finally they're about to go at it in the ring. Сейчас дрался с Волдыренышем за Джо Джойсона, многострадального. Ребят, этот Волдыреныш, у него 25 побед, 24 поражения. Он, короче, наносил одни усиленные и тентакли. Короче, ребята, он просто сумасшедший. Я даже не стал это записывать, потому что нереально. Он, конечно, я же проиграл у него. Он просто без остановки махал. Вот, сейчас с Василием деремся нормально. Я поэтому думал... Угу. Ну понятно, что усиленные когда-то там применяли. Ну не каждую секунду. Тентакли в усиленном состоянии. Молодец, хорош. Зашло. Правая больная у Василия. Кишечник. Угу, у Васильчика. Кишечник. Не знаю какой. Хорош. Хорошо вошло. Зашла как прям как полагается. Погнали. Хорош. Хорош. Ну, а еще кишечник. Челюсть. Хорош. Вася вправо стал столько. Я только заметил. Левая перкочка. Ух! Преимущественно в нос. А у нас тентакли есть, кстати. Вот только они такие вот обычные. О, тентакли. Я просто сейчас уже от них мне тошнит. Я уже навидался. Не могу его никак свалить. У меня почему-то не получается. Хорош, ладно, погнали. Комбинейшн, вы видали, когда я выхожу на линк, ребят? Комбинейшн сюда выношу. Угу.
Комбинишн. А, ни одно у меня это. Тамин ни одно не осталось. Ни одно говорю. Аккуратнее. Отлично, зашла. На комбинишн. На, усиленный разочек. Кишечник тоже. Мы без головы остались. Хорошо. Без стаминочки. Ага. Комбинейшн. Нету больше. Не слышу комбинейшн. Вот сейчас комбинейшн я не ношу, не ношу. И никаких комбинейшн. Блин, прям под это. Под кулачишко. Перкочек. Ну хорош. Комбинейшн. 66 там нет. Мы 3 раунда забираем. Догнал мой кулак его этот хинкали, не знаю, любит он хинкали. Мы хинкали его догнали. Комбинейшн прям был. Что там, Василий Ломаченко решил отдаться просто нам тут. Чувак, ты не видел сейчас, как я дрался с этим, с Лугаренышем, это было вообще караульно. Здесь мы хоть с тобой дрались. А, он, парень тут первый раз. Ну не, но я же его не бил этими комбинейшн только были. Одни комбинейшн выходили. Ну ладно, ладно. И давно мы не брали. Кого мы не брали? Мы не брали давно. Сейчас я покажу кого. Комбинейшн. Нет, не комбинейшн, конечно. Идем. Кстати, давай, девчонка, попробуем. Может, что-нибудь зайдет? Давай возьмем эту. Джессику. Друзья, у нас нет кроссовок случайно? Есть, во, белый. Погнали. Жесть комбинейшн. Гранитный подбородок тоже жесть. Вот это круто. Вероятность отправить во флеш нокаут уменьшена на 25%. Это хорошо, я люблю, когда чтобы я не улетал в флеш нокауты, то есть в ответ перкотчиков. Получаемый в блоке урон увеличен на 5%. Артподготовка. Увеличен на 10%. Нормально. Точность удара уменьшена на 5%. Ну, это печаль, конечно. Ну, давай до минуты подождем, если не найдем никого-то, да? Жесть Макаскель с 1,68 м. 64 килограмма. Правша, страна США, конечно же. Сент-Луис. Миссури. Нет, вряд ли кто девчонок будет играть, да. Ладно, мы тогда девчонок не будем. Мы, вот где мы были. Значит, Василий Ломаченко здесь. Мы возьмем вот кого я. Нашего. Нашего, вот он, Хитман. Кстати, что у него там по кроссовкам? О, белый, конечно же, шорты. Не, шорты синие пусть будут, перчатки тоже пусть это будет. Так, погнали. Смотрим, что у нас тут. Комбинейшн. Убийца печени. Но это мы уже знаем. Урон от хуков с левой по корпусу увеличен на 20%. Град ударов второго уровня
При выбросе комбинации ударов урон каждого удара увеличен на 3%. Да ну так себе. Начиная с 6 раунда восстанавливается на 15% меньше выносливости. Комбинейшн. Тебе комбинейшн. Какой у него рост? 1,71 м. 61 килограмм худышечный. Размах рук 165 сантиметров. Великобритания. Манчестер. Манчестер Юнайтед. И чё, тут никого нету? Тогда идем. Мы тогда пойдем. Полусредний вес. О, а тут есть, кстати. Хитман. Киллер, короче. А, блин, я сейчас кроссовки возьму. Сначала тут по-любому. Ну, все, теперь можно. Можно выдвигаться в путь. Но я думаю, тут то же самое, да. То же самое. Все то же самое. 84 даже рейтинг у него. Общий. Таланты. Талант. Стиль бокса. Свормер какой-то. Комбинейшн. Этот комбинейшн. Все наигрались, видать. От смертельных этих, от силовых сил устали. От силовых сил уже устали. Но в тяжах там есть. А, во, появится тот. В тяжах там есть. Там этот Волдырен с своими этими тентаклями просто выбрасывает, короче. Страшнейшая, ребят, страшнейшая. О, теперь мы деремся против Крафарденыша. Случайно не тот парень. Вот он, Хитман. Рики Хаттон. Погнали. Кабанейшим. Ну, Крофорд, конечно, сейчас стал крутый. Я до этого вообще до обновления за него как-то играть пробовал, вообще не получается. Это один раз попробовал, офигенно. Вот сейчас сколько я? Ну, три раза за него пробовал играть. Очень хорошо. Ну, он прям сильный чаще. Погнали. Комбинейшн. Мы сейчас попробуем задушить его. Я сейчас это сделаю, как в этом в UFC. Ты представляешь, Лени, Крафорд нормально дерется. Молодец, он тоже проверяет. Нам полностью печень, селезеночка. О, у нас тоже тентакли есть, кстати. Кстати, тут тентакли почти у всех каждого бойца есть. Быстро он, глянь, меня разобрал. Полностью голову. Комбинейшн. Аж кровище пошло откуда-то. Мы хинкали ему подарили. Вот с уклона, когда боковушечный бьет плохо очень. Не ту кнопочку нажимаем. От таких комбинейшн все силовые бьют. Просто уже не знаешь, что с этими ребятишками делать. Они до декабря обновления еще не будет. До декабря эти ребятишки еще поживут. А потом они бросят. Когда они поймут, что... Но они если какую-нибудь еще дырочку не найдут, комбинейшн будет... Это вот опять, ребята, вот я сейчас вот задумался, и думаю, и тут надо кому-то просто драться и именно узнать, что именно вот эти вот силовые удары вообще не забирают стамину. И тут тоже надо догадаться. И пошла по всему миру. Штучка. Как зараз, как даже быстрее, чем пандемия шла. Да, страшнейшая.
А мы стараемся, глянь, деремся. Прям честно деремся. Вот у него хорошо, он выходит. После раз, а у нас слабо, очень медленно, во-первых. Апперкотчик это усиленно ему сделать. Желательно на смертельно его поймать. Если... Ага, вот. Ну, Крофорд, мы знаем, что у него в Кентакли уже есть. А за Хитмана я еще не дрался, кстати. Комбанейшн. Апперкотчик. Ух, Бона! Опасно, опасно, головы нет еще. Нельзя так быстро. Комбинейшн. А про перкотчик. Апперкотчик не так прост. Апперкотчик вот. Жалко, налево не налетел. Сейчас бы, если налево налетел, могло быть смертельным просто. Это могло быть смертельным страшным делом, ребят. Представляете? Комбинейшн какой могло произойти сейчас смертельный апперкотчик. Вот он меня разбивает, блин, корпус. А кстати, у Крофордёныша до обновления был кишечник. Вообще слабый. И печенюха была слабая, я помню. Тем более у нас перк на убивание печени. Угу, комбинейшн. Есть удар, усиленный ему по печени. Проверил его печеночку. Ну а на у Крофорда, у него кишечник был слабый. Опять же, это до обновления. И, а если честно сказать, ребята, у нас всех был слабый кишечник. Ну, селезенка, я не знаю, Крофорденыш, селезеночка. Проверять надо. Проверять надо. Сейчас все занялись усиленными ударами, а про кишечник все позабывали. А, он сейчас не так просто, перкотчик еще не нанести туда. Комбинейшн. Угу. Хотел усилить, нет. Отлично, зашла, просто красавица. Хорош, хорош, он молодец, он прям сел вот такой, прям. Весь закрылся, короче, полностью. Вот это, вот, ребят, одно удовольствие, вот с такими ребятишками драться. Есть, перкотчик усиленный ему. Печенюху. Он еще не ожидал, он думал, я ему еще по бокам буду бить. А я ему голову принес. Ага. Угу. За это. Затормозил что-то я вообще. Вот когда если у ворот делаешь, уклон точнее. После уклона очень медленно бьет. Угу. Все. Хотел сказать, стипендия кончилась. Комбинейшн. Не, ну нормально, нормально, чувачок. Куда зашла, не понял.
Апперкотчик хотел. Блин, ну что-то и раньше. Хотел уклон сделать и апперкотчика. Но не получилось. Угу. Он мне голову чуть не отшиб всю. Опасно, опасно. Нет, все, мы видим, короче, кишечник очень сильный. Даже на что у нас перк стоит. Видишь, на этот, как, кишечнику до обновления били, все равно нашли ребятишки. Куда дальше еще бить? Ну как быстро находит. Ну это ребятишки там молодые, они что же они быстро все проверяют. Ну конечно, ладно, я понимаю, если ребенок там лет 11, там можно. Но если ты чувак взрослый, и ты так дерешься, как вот сейчас и крафардёныш. Да не только сейчас, а вообще. Вот чувак любит подраться просто. Есть апперкотчик, налетел на апперкотчик усиленный. О, хорошо залетел. Вот они медленные очень, боковушечные прям. Хотел по-быстрому. Ага. Ага, что-то у Крафардёныша его побаливает немного. Возможно, даже печенюха. Хорош. Пришлось усиленно ему донести, иначе он мог меня сейчас вырубить, комбинейшн сделать. Страшно, страшно, ребят. Ну, печеночку. Я все-таки ему пострадал, а у него, может, даже кишечник, ребят. Хотел кишечник проверить усиленно? Нет. Ну ладно. Не суть. Селезеночку. Ну не получилось на него удавку накинуть, но хотя бы комбинейшн. Вот это комбинейшн. Банан. Очень редко попадают такие ребятишки, которыми можно нормально подраться. Ух ты, ё, вот этот накидал. Я даже не ожидал. Кишечник, опасно. Бона. Нельзя так. Восстанавливаем голову. О, голова у нас очень долго восстанавливается у Хитмана. Вроде киллер. Опасно, опасно. Он сейчас голову можно отшибить. Я думал, сейчас будет по корпусу. Хотел ему апперкотчик нанести. Вона! У нашего Хитман только левая рука, перк на левую руку, а у Теренс Крофорда, он же у него крепкий вообще. У него обои руки крепкие. Он может не только печенку, он кишечник. Ах ты, опасно, опасно, опасно. Ага, хорошо. И по голове мы заодно накидали. Усиленный хотел добавить, он убежал уже. Ну, печенка. Ух ты, а он уже попал. Усиленный, хорошо, молодец.
Нет, достаю до печени. Опасно, без головы остался, но время кончилось. Фу, тяжелый бой. Но приятно. Тем не менее, очень приятно. Какой-то парень, кто это такой? Бих какой-то там, не знаю. Ух ты, рука сломалась. Держимся, держимся. Опасно, опасно, держимся. Головы нет, головы. Усиленный разок ему боковой, потому что иначе он к нам пристанет сейчас. Нам нужно голову восстановить. Очень сильные удары у Крофорда. Очень, ну прям на сильнейшие. Апперкотчика залетел все-таки. По печени не залетел. Боковой, вот, прям уклоняешься. Очень слабо боковушечный. Останавливаем, у нас головы вообще нету. Я на главу не восстановился немножко. Молодец, хорош. Толкнем его. Все, мы уже, у нас боец очень устал. Надо на восьмой раунд хотя бы сил набрать. Угу. Все, устали. Плакаем его. Хотел бы кого-то, не. Хорошо. Не успели. Ну ничего. Да, все, у нас стамина мало. Нам восьмой раунд, надо как-то аккуратнее быть. Иначе мы можем просто отлететь. Угу. Держимся. Хорош, аккуратнее. Аккуратнее, Хитман. Давай, дружище, держись. Надо его обмануть. Ах ты, я думал, он сейчас мне будет по... Хорош. Хотел усиленный. Здесь я ему достал, да? По-моему, достал. Не знаю точно. Опасно. Тоже устал. Я ему селезеночку. По печени хотел усиленный. Хорошо, зашла. Не достал. Аккуратнее. Нельзя ходить. Ты в боксе, ты не в магазин за хлебом. Опасно. Не достал. Ай-яй-яй-яй-яй. Моя ошибка, да. Ну хорошо, молодец. Ах, моя ошибка. Он крафорденыш, молодец. Ну классный бой, этот бой должен попасть в эфир. Все равно, он очень красивый. Ну-ка, не веришь. Крафорденыш, если бы я сейчас не упал. А, не, он все равно выигрывал, да? А, не, могла быть ничья, да? А, не, он вот эти выиграл тут раунд, значит. Ну, прикольный, молодец, классный боец. Очень. А, у него тоже много, больше поражений, чем побед, потому что он честно дерется, ребят. Нет, вот этого парня хвалю, Биг Даун. Шал.
Не знаю, как правильно его ник называется. Но крутой бой. Очень путный, я прям весь. Я как в Рокки Бальбоа, ребят, прям на ринге. Прям наистрашнейшая вещь. Классный бой.